Мария Максакова обнародовала новое видео, в котором рассказала о том, как провела прошлые выходные. Оперная дива спела в храме, сходила на спектакль и сыграла в теннис. Мария Максакова прекрасно себя чувствует, во всяком случае старается это продемонстрировать, в Киеве, после того, как уехала на Украину с супругом, бывшим депутатом Денисом Воронинковым и маленьким сыном Иваном. Вскоре мужа убили, и Мария вдовела, однако присутствие духа артистка не теряет в любой ситуации. Несмотря на то, что старшие дети месяцами не видят мать, отношения с родительницей, говорят, тоже оставляют желать лучшего. Многомиллионное наследство, оставленное покойным мужем, ей не светит. Мария не унывает, оперная дива преподает, гастролирует, а в свободное время занимается воспитанием сына и живет активной культурной жизнью. А еще артистка занимается спортом. В новом видео, которое недавно презентовала Максакова, певицу запечатлели во время игры в теннис. Мария решила доказать, что слухи о ее лишних килограммах – гнусные наветы. Пока все говорят, что я в какой-то ненадлежащей физической форме, страшно растолстела, мы решили доказать обратное, объявила Максакова, представив на суд зрителей своего партнера, правда, только по имени и отчеству, Михаила Андреевича. Впрочем, по перечисленным Марии регалиям спутника стало понятно, что речь идет о Михаиле Кулиняке. Затем артистку в короткой голубой юбке, белой спортивной кофте с капюшоном и босоножках показали во время игры в теннис. Спортивные возможности Максаковой не оставили равнодушными ее поклонников. «Машенька, спасибо за видео, спасибо за исповедь, в потрясающей форме, божественный голос, умница, еще и теннисистка, супер, за это отдельное спасибо, обожаю тебя, Мария Петровна, вы большая молодец, еще и теннис, неприятно удивлен, не перестаете удивлять, спасибо, аплодисменты продолжайте, будем ждать, вращающиеся сердца, как приятно, что есть люди, которые дарят моменты восхищения, Мария Петровна, вы невероятно талантливы во многом», рассыпались в комплиментах поклонники. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене.